Всем привет, меня зовут Валерий Перминов, и это уже третий выпуск наших музыкальных квартирников. Сегодня в гостях у меня настоящие мэтры музыки, настоящие динозавры джаза, Геннадий Хабенский, Юрий Поляков. И сегодня вы услышите много хорошей музыки, потому что хорошая музыка – это как татуировка, нанесенная на мозг. Однажды, услышав ее, не избавишься от нее никогда. У нас в гостях, сегодня у меня в гостях мои замечательные друзья Юрий Поляков, фортепиано, Геннадий Хабенский, скрипка. Сегодня скрипка у нас электрическая, да, Ген, потому что ты не дома, и электричество, я буду платить за электричество, но мне приятно, что хоть раз в жизни я заплачу за тебя. Премьер-министру Японии платить, это я мал. Ребят, ну и сразу, знаешь, вопросик такой, вот вы столько занимаетесь музыкой, и... Вопрос будет коротким, Юр. Все зря. Вопрос короткий. Если не музыка, то что? Если не музыка, то музыка. Я именно так и хотел сказать. Гена, не повторяй, давай. Да нет, ну именно так. Импровизируйте. Дело в том, что, понимаешь, мы тогда живем в одном подъезде уже более 20 лет, и поэтому уже, как говорится, кровь одна. В плане музыки вас вообще не разлучить никогда, потому что первое, когда я приехал в город, то, в общем-то, первых, о ком я узнал, это был Поляков, Хабенский и Витя Веницкий еще, который сейчас уже в нашем недалеком Израиле. Наш ансамбль уже сейчас можно
как говорится, смело назвать Похаб. Поляков Хабенский. Похаб. Ну вот видишь, хороший. Похаб. Похаб, но не похабный. Да? Ну здорово. И смотри, ребят, ну вспоминаю молодость, вспоминаю юность, да, вот и сразу на ум приходят, знаете, старые фильмы, да, там это самое. Хотя вот ту композицию, которую вы сейчас будете исполнять, да, я ее, вот у меня ассоциация немножко с другим фильмом, да, если честно, вот более серьезным таким, да. Я сейчас говорю об «Одинокой гармонии». Вот. Но не будем о грустном, потому что фильм действительно такой грустный. Я говорю о Ворошиловской стрелке. Там девочка исполняет ее, это очень печально. Ну, вообще, как бы, я знаю, что импровизации подвластно буквально все. А еще, знаешь, Юр, мне это хохма нравится. Я тут недавно вычитал, что импровизация – это отчаянная попытка вспомнить мелодию. Отчасти правильно, да. Я более того скажу. Тебе пришел на память этот фильм с Ульяновым. Великолепно, один из моих любимых фильмов. А мы это позиционируем как... песню Бориса Андреевича Мокроусова о русско-еврейской дружбе. О дружбе русской девочки Доры и еврейской девочки Светы словно замерло все до рассвета. До рассвета. Ну что, перейдем к музыке, чуваки. Бродит гармон, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон. Thank you.
замерло. Я там услышал, да, отголоски, что так вологодским маслом так как-то так. Привкус вологодского масла. Тоже макроусов, да. Тоже макроусов. Это воспоминание о гастролях, на которых мы были, помнишь? Да, по поводу мелодии, которую я забыл во время импровизации, значит, это был реальный случай, когда один из гостей в ресторане подошел к импровизирующему музыканту, это на самом деле было, и посмотрел, послушал, ну, гость слегка был поддатый, естественно, вот, и он, обращаясь к этому музыканту, который импровизирует, играет там виртуозно, он говорит, ну что, не получается? Ну это уже стало анекдотом вообще такого всемирного масштаба. А потом другой подошел и говорит, вы знаете, вы мне напоминаете такого пожилого еврея. Я говорю, так я и есть пожилой еврей. Нет, и все-таки вы мне напоминаете пожилого еврея. И все-таки мне. И еще один случай, это вот именно с Витей Веницким, значит, было в одном из ресторанов, мы работали, тоже подпитый гость подходит, слушает Веницкого и говорит, слушай, кончай уже свои гаммы играть, сыграй что-нибудь нормальное. Юр, ну и вопрос у меня возникает еще, знаешь, такая, я вот его практически всем задаю, ребята, на прошлом квартирнике. Один вопрос, что для тебя джаз? Ну джаз это вообще-то образ жизни и образ мыслей. Гена, для тебя что джаз? Да мне особенно нечего прибавить. Это тоже, в принципе, моя любовь, не сказать, что увлечение, хобби, я, конечно, очень люблю классику. Из-за этого уже в этом году почти 60 лет работы, так сказать, в классических... Я надеюсь, аплодисменты там за кадром. Да, коллектив. Но джазом я увлекался всегда. Даже меня случай свел по знакомству в 59 году с Леонидом Осиповичем Утесовым. Когда, да, в 59 году... Да, с мэтром. Когда в 59 году его оркестр выступал в не так давно построенном дворце имени Баранова, вот, и я туда пришел, и там был потрясающий скрипач у него, Абраша Капцан. Я хотел посмотреть, что за скрипка у него, и закурить, потом впервые пошел, и слушаю голос, молодой человек, юноша, что вас так интересует? Я говорю, маэстро, скрипка. Меня зовут Леонид Осипович. Я говорю, я знаю. Это, знаешь, мы так подходим. Анекдот есть такой, знаешь, это два музыканта разговаривают, и один другому говорит, слушай, но я не понимаю, вообще я не понимаю, как такую классную музыку, джаз, и придумали какие-то негры. Он говорит, Сёма, успокойтесь, они такие негры были только по паспорту. А это мы так плавно подошли, знаешь, к чему, Ген? Потому что я вот и с тобой разговаривал, и у меня еще все-таки в мечтах есть такой проект, его, как сказать, реализовать, это клезмер джаз, да, то есть как бы вот именно джаз, но на, по-еврейски, скажем так, да. Вот. Справа налево. Справа налево, да. Ну ты знаешь, да, ты будешь и консультантом, и... Вот, и вот клезмер джаз, и следующая композиция, она будет к этому иметь какое-то отношение, да, Ген, в общем, которую оркестровал Григорий Комаровский в свое время, да, помнишь? Да, еще? Да, мы играли. Я, кстати, тоже участвовал в еврейском ансамбле. Я помню, на тубе ты играл. Да, 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 на тубе, да. Да, как представитель первой иконы Будённого. Да, да, да. Ты там стучал копытами. И не только. Фрейлекс. Да. Thank you.
замечательная музыка, жизнеутверждающая. Скажи, Ген, да, вот я вот сколько слушаю, вот, не знаю, вот более такой... Русская душа, она развернута, да, хочется плакать. А здесь хочется все время смеяться и танцевать, но спрашивать, да, как это, бесплатно? Да, но как тот классик, так сказать, сказал, вопрос раздался, над кем смеетесь? Да, да, да. Вы знаете, друзья мои, я хочу вам еще сказать такую вещь небольшую. Вот все квартирники, которые здесь проходят, всех друзей, которых приглашаю, да, и то, что здесь играют ребят, да, это некий анонс тех программ, которые у нас в голове, которые мы хотим реализовать, да, Юра? Да, безусловно, конечно. Поэтому здесь вот малая такая доля того, что мы показываем, да, это, знаете, следите за рекламой, и в нашем концертном зале вы увидите большие-большие концерты, то, что мы вам сегодня показываем немножко. Ну, а еще, знаете, возвращаясь, у нас такая рубрика есть «Какой сегодня день?». Знаете, ребята, я выписал, какой сегодня день вообще по миру, что празднуют, да, день записывания случайных мыслей, день цветения апельсина. Наверное, в Израиле цветут уже апельсины, Ген? Во всяком случае, шаббат шалом. Шаббат шалом. Я тоже так. Праздник середины лета празднуют в Швеции, Финляндии. Даже день работников культуры и искусства сегодня отмечают в Туркменистане. Ну, знаете, друзья, я не знаю, как там в Туркменистане, а у нас уже заслуженный работник культуры Геннадий Хабенский. И заслуженный деятель культуры Омской области Юрий Поляков. Юрий Поляков, потому что сегодня день заслуженного. И они заслуженно почетные, не побоюсь этого слова, члены нашего общества. Именно так, да. А кто же мы еще? Вот. Ну и возвращаясь к джазу, да, один из первопроходцев джаза в России, тогда еще в Советском Союзе, являлся Александр Варламов, да? Помнишь такого? Конечно. И вы мне, между прочим, сказали, я не знал, что «Красный сарафан» написал это кто? Это, значит, внук или правнук композитора глинкинской поры. Вообще-то «Красный сарафан» написал Александр Гурилев. А, Гурилев, да. Да, Варламов очень. Был русский композитор. Так, но он сейчас... внук композитора глинкинской поры. Да. А, знаешь, мне, наверное, ассоциация, знаешь, с чем? Что... на пластинке на какой-то мелодии, почему-то Варламов, там у него джаз-оркестр был, да? Был, да. Один из первых джаз-оркестров в Советском Союзе. Он, я уточню, он руководил госджазом СССР, во время войны поехали на фронт, вот, и там почти все погибли, вот, ему удалось как-то там вырваться, что такое, но потом он в степлаге системы ГУЛАГ, он отсидел свою десятку. Ну, то есть все великие прошли, да, через этот круги, круги ада, да, и тем не менее не потеряли какого-то оптимизма, да, потому что вот я смотрю по его, в общем-то, по его дискографии, как часто, знаете, он писал и «Кот в сапогах», «Тараканище», «Шайбу-шайбу» написал, там, все смешные, веселые, в общем-то, это самые люди, которые хлебнули горе, почему-то самые... Это постоттепельное время, даже не постсталинское, а постоттепельное, это уже после Хрущева. Ну, он композитор с великолепной школой был. Вот. И мы под занавес исполним композицию эту прекрасную. Я вообще ее обожаю. Почему? Потому что, Ген, ну вот у меня ассоциации с тобой, значит, вот, две. Это Stardust, да? Джазовый стандарт. Ну, вот. И вот с этой композицией, по-моему, мы... Я даже имел честь участвовать в твоем каком-то юбилейном концерте. Мы исполняли... Да, тогда мне было 100 лет. Да, скоро Геннадию Яковлевичу 150, поэтому... Русская доза. 150, поэтому приходите, следите за рекламой. В шапке профиля будет указано место встречи. Поэтому будем... Гена, мы ждем приглашения. Вернее, конкретики. Геннадий Яковлевич отмечает юбилей каждый год практически. Так что вы не промахнетесь, друзья. Да, у меня год за 5 идет. Вот, ну, а сегодняшний квартирник у нас... заканчивается. Опять же говорю, друзья мои, мы не прощаемся. Говорим вам до свидания. Надеюсь, вам все нравится так же, как и нравится нам. Да, ребят? Юрий Поляков, Геннадий Хабенский. Уходит вечер вдали закат погас и облака там плывут на запад спокойно.
сна. С твоих ресниц слетают тихо грезы, стоят задумчиво уснувшие грезы. Спокойной ночи, поет нам поздний час, а ночь близка, а ночь близка. Уснувшие березы, спокойной ночи, поет нам поздний час, а ночь близка, а ночь близка. Сейчас был клевый момент, кстати, когда Юра повернулся ко мне и говорит припев. Это, знаете, напоминает мне этот самый такой анекдот, истина, не знаю. Попсовик не знает, какой будет следующий диск. Классический музыкант не знает, какая будет следующая партия. А джазовый музыкант не знает, какая будет следующая нота. Но мы знаем точно, что следующий квартирник состоится, а какой это будет сюрприз. На этом до свидания, Валерий Перминов, квартирник. Спасибо, что были с нами. И с Днем молодежи вас!